Гульнара Ханум, мы знаем, что для нас, для всех, телеканал АТР – это неотъемлемая часть нашей жизни. И вы одна из тех, кто работает на этом телеканале практически со дня основания. Вот как на ваш взгляд, почему такая ситуация сложилась вокруг телеканала? Как вы считаете? Ну, мы пока ждем ответа на ключевой вопрос, почему сложилась такая ситуация.